Здесь у вас такая зона ожидания, да? Да, зона ожидания. Я тоже иногда шучу, говорю, присаживайтесь, мужчины, это вот паркинг, да, для вас. Да, там что, ТИЗИЛ? Нет? У нас сегодня мы так решили, потому что на улице холодно, что-нибудь горячее сделать без алкоголя. Глинтвейн. Да. Безалкогольный. Безалкогольный глинтвейн. Так, здесь у нас. Здесь у нас хлопковые опять же, вещи. Да, хлопок, хлопок есть, 100% хлопок, есть хлопок смешанный с эластаном, видимо. Есть хлопок смешанный с кульмекс, это тоже такой микрополиэстер. Угу. 25 евро. 25 евро. Маечка. Кстати, вот то, что здесь вот висит, вот эта серия, мы говорим, что со встроенным кондиционером. Что это, значит? Это означает действительно то, что вот этот состав, хлопок, микрополиэстер, эластан, он очень впитывает хорошо влагу. Если человек вспотел, он впитал, и маечка остается при этом сухая. Понятно. Но вот это вот подороже, 35 евро уже, с коротким рукавом, да. Угу. Цены у нас по Германии везде одинаковые, потому что цены идут уже сразу из фирмы. О, это мужской ассортимент. Это женский. Нет, женский. К сожалению, у нас в этом сезоне мы My Night. Коллекция, да. Очень много 80 темных евро. Тонов. Здесь у нас мужской отдел. Ага. Опять же, пижамки, трусики. Да. А это. Такой вот материал, что здесь интересно. Здесь такой тоже очень вот, интересно, да. Очень хороший материал. Это хлопок смешанный с модалом. Хлопок опять же на теле. Модал сверху, модал, он делает вот этот блеск. Угу. Красиво смотрится. И все можно это комбинировать. Да, пижамка, допустим, к этой пижамке можно взять какую-то маечку вверх, скомбинировать. Либо есть возможность просто отдельные брючки взять и опять же комбинировать. Да, хорошая у вас развеска, у вас концептуальная развеска, сразу создается образ какой-то. Да, все да, можно подобрать. Да, не... да, да. Потому что не у каждого хорошо. Есть... Вкус не вкус, у каждого да, есть. Да, скажем так. И уже человек это подходит, он уже видит, да, да. Вот это я могу уже... Кто сейчас, что с чем можно скомбинировать? Да, да, да. Так, мужские футболочки, маечки. Это опять то же самое, что я сейчас про женские говорила. Ага. Это вот то же самое. Такой же состав. 36 евро. Да. Интересно. Сейчас, что у нас в России? Я сейчас с ценами не очень хорошо отъехал и потерял нить. Тут у нас опять идет такой... О, 42 домашняя, евро. Домашняя спортивная коллекция вот здесь вот для дома, для спорта у нас многие мужчины берут, если куда-то на спорт поехать. Курточка с замочком и... Да, и комплект получается... Комплект получается здесь 90 около и 190 евро. 190 евро. Трусы 30, плавочки. Нет, это трусы, это трусы. Это примерно 30 евро. 27-29, где-то вот такие у нас цены примерно. Народу много заходит в день? Да, как, когда? Сегодня у нас почему-то вот немножко спокойно, а так у нас, да, у нас всегда будет. Это не в собственности, в аренде? Здание, помещение. Здание помещение, в аренде все. Опять же, интересно, какая аренда в Германии? Не маленькая. Не маленькая, здесь 150 метров. Так, я не знаю точную цифру, наверное, чтобы меня не пугать, решили мои бусы не говорить, просто да? Не озвучивать. Не озвучивать. Но я могу себе представить, что здесь стоит. Здесь немаленькая аренда. Ну, если вы так долго здесь, значит, мы отбиваете аренду, да, окупаете. Да, потому что, действительно, вещи очень хорошие. Туристов у нас, слава богу, в Баден-Бадене достаточно, которые знают нас, которые ценят не только россияне, у нас и очень много... С Арабских Эмират приезжают, которые действительно знают, да, вот, они прямым ходом уже к нам. Ну, конечно. Да. Ну, а с чем еще можно сравнить здесь, да? Вы тут единственные, наверное, с таким ассортиментом. Да, с таким ассортиментом и с ценами, которые действительно... Да. Не зашкаливают. Да, которые можно оплатить там. Да. Потому что все остальные бутики, которые здесь находятся... Они там подороже. Там я же видел Шанталь Тома, вот, Ли да, Шармель. Да, ничем не лучше. Да, ну там мужского-то меньше, или вообще даже нет, там Шанталь Тома или вот. Да, он также женский. Да. Вот
Ну, спасибо вам большое. Спасибо, Ирина. Спасибо вам. Смотрим на Фейсбуке теперь вас. Хорошо, спасибо. До встречи. Я вам дам все координаты. Спасибо большое. Значит, у нас на Фейсбуке...